Еще 20 лифты с иллюзиями, которые как будто все двигается, но в реальности все двигается. Или нет? Нет, даже пол двигается. Будем еще полтора часа так ехать. Полтора часа подниматься по лифту. Чё это? Чё тут ломается? Это я? Не знаю. Так. Так, вот это я могу поменять. Вот это. Куда мне? Так, я понимаю, что это нужно быть синим. Не понял. А как мне уйти? Чё тут я могу поменять? И чем мне это помогло? Я могу вот тут что-то поменять? Нет. Тут только 3 кубика, которые могу взаимодействовать с ними. 4. А как я вообще поднимусь наверх? Подожди, зеленая. Мне нужно туда кубик забросить. Подожди, мне непонятно. Так. Так, давай. Каждый раз двигать все. Так, подожди. Мне нужно сделать так, что вот это будет. Ну как? А если я сделаю, чтобы вот тут фиолет долбанутый? Если я возьму и кубик вот тут поставлю, просто. Кубик не падает. А если вот оттуда во кубик упадет? О. Окей, начало. А надо куда бросать меня? Вот этой высоте, да? Не. Фиолетовая. Будь фиолетовым.
Он быть желтым? Вот это. Так. А если... Так. Ой. А если... Так. А так уже было. Так не было. Непонятно. Я не знаю, прям. Что сделать, чтобы... Так, давай. Давай, это будет красным. Нет, это будет красным. Это будет желтым. Подожди. Вот так. Блин. Желтым. Это красным. Меня это остановит. А вот так. Во. Сейчас что? Вот это будет фиолетовым. Нет. Подожди. Важно. Зеленым. Подожди. А как я так брошу, чтобы кубик зеленый попал сюда? Так, ничего под него не попадает. Как? А может быть вот так даже? Почему я так сильно думаю? Во. Все. Не знаю. Блин, еще упади да. Но. Нормальная головоломка. Хуже и хуже начинают вот эти коридоры быть. Сам уже боюсь, чтобы она не сожрет меня. Так, уже сломанное стекло. Текстура. Блин, а что нужно сделать? Сам не понимаю, что нужно делать. Все, я выиграл, нет? А чё все синее? Почему это видно только отсюда? Может быть, нужно тут прыгнуть? А если... Фиолетово. Нужно просто очень сильно треснуть. Так, подожди. Так, я понял. Надеюсь. Так, вот это. Прям пад. Это будет уже синее. Закройся. Так, вот это. Фиолетовенький. А, блин, подожди. Вот это. Вот так. А, блин!
так. Такой готовы. Не, не все такие. Окей. Так. А есть какой-то, может быть... Не, не все на одном и том же уровне. Окей. Смеешься надо мной. Че ты лагаешь? Так, фиолетово. Вот так. Фиолетовый меняется на... Неважно какой, они все одинаковы. Зелененький. Так. Вот это нужно быть синим, потому что этого, этот кубик нужен прыгнуть наверх, чтобы сломать его. Вот этот зеленый, пусть будет. А этот будет красным. Или желтым. Желтым. Почему бы и нет? Так, давай вот так. Нет, вот так, сейчас все. Двигать. По. А давай. А я смогу в воздухе это сделать? О! Все. Да блин. О, темный коридор, страшный. Сохранение, кто-то мне подключается. У меня нету энергии, это моя последняя шанс, если я не буду слышать тебя, она мне врет. Вот так она врет мне. Она говорит мне вещи, как будто... Она говорит мне много вещей, чтобы я подумал, что это правда. Чё-то на стене. Не слышу. Слушай. Он отключился. Начал слышать. Мне нужно поверить, что он говорит. О, мой гад. Имя, которое мне сказали, Джонатан. Jesus Christ, they're gonna make you walk right into the incinerator. Они пытаются ему помешать. Нужно ему верить, не верить. Не слушайте ее. Ой-ой-ой, что я сделал? Я в закрытое помещение. Ой-ой-ой-ой. А, я подумал все. Не слушайте ее, окей. Мясорубка какая-то. Я еду в ад, да? Вниз в ад. Невеселая концовка. Интересный. Ой. Блин, все, он меня закрывается уже. Так он не может ко мне это. Мне интересно, если я бы стоял на месте, было бы одинаково или нет. Ну я просто. Ой, тут уже огонь. Какая текстурка огня крутится. Так, куда? Дверь тут нужно подходить, не отходить. Нет? Все, конец игры, спасибо. И чё? Обратно?
нет. Нужно убежать два... Сейчас. Чё это? Тут две концовки? Сохранений нету? Давай я останусь тут, не хочу идти. Не слушай ее, давай. Я хочу. У меня... Не бойся, у меня сохранение. Сохранюсь. Не, не хочу. Останусь тут. Я знаю, такие... А куда идти тогда? Если останусь тут, я 100% сдохну, а я не хочу... Алло, не иди. Не пойду. Что-то же нужно уже случиться когда-то. Ну, блин, просто тут сидеть и ничего не делать неинтересно. Ну я пойду, максимум будет плохая концовка, ничего. Я сам себе это говорю, это все у меня в голове. Я в космосе! Они не врали мне, окей. Уже что-то хорошо. Я в космосе, я же... На Земле не летают вещи. Окей, я в космосе, он не соврал. We have someone special on the line for you. Да похуй мне его. It's me. Oh my gosh, you're okay. I knew you would do it. I knew you would, but just come home now, okay? Please, just come home. Ну, может быть, это все симуляция, это у меня в голове. Here's something I never thought I'd say. The president wants to talk to you. Go ahead, sir. Well, thank you. Just doesn't quite cut it, does it? You haven't just saved the lives of every person on this planet. You found a life we thought was lost forever. Captain Jonathan Burns of Shuttle Line 19. Ну, я тут и там. And Captain Burns, now we know you're out there, we will not rest until we bring you home, no matter what. Не буду отдыхать до того, как я дойду до дома. А можно посмотреть на что-то другое, кроме обломки? Я хочу на Землю посмотреть. Кубики по цветам летают. Так кто-то мне расскажет, кто это был долбоебушка. Все? Это был мой корабль. Большой кубик в космосе. Большой четыреугольник. Что это за свет? Этот мужик не соврал, а... Даниэль Дероча.
Лобьеском Б. Девятнадцать Руперт. Левел дизайн Александр Сенджи. Ну, можно пропустить. Спасибо. Это все? Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поставьте колокольчик, чтобы увидеть уведомления на моих новые видео. Подписывайтесь на все соцсети, которые есть в описании. И увидимся в новом видео. Пока-пока.